тихо открылся. 15 тысяч человек в очереди стояло. Ах, нихуя! Филадельфии Стив Мейсон признан первой звездой дня в НХЛ. В матче регулярного чемпионата против Айлендерс он отразил все 46 бросков, что, правда, не спасло его команду от поражения по буллитам. Второй звездой дня был назван россиянин Евгений Малкин, но сравнил счет в матче с Баффало. Это просто ты беззащитный, а она больше понимает. Дурак, ты что?
Блять, это так всегда здесь тихонько. Тихонько, стой, 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 стой. На базе они где-то по 400 рублей, 450. Ебан. Просто ебан. Диапазон гейм.